Этот праздник со слезами на глазах. Добро пожаловать, мои хорошие. Меня зовут Алексей. Последнее задание. Давайте пощупаем и одержим нашу победу. Немного поломавшись, змея все же рассказал, где логово волка. Похоже, в тех же краях скрываются трое негодяев из рода Дюсов. О, нихера себе, что творится-то мне? Давайте лагерь ассасины, делаем пару наших зданий и можем наши войска... Вася, давай, до свидания. Точку выхода меняем сразу на противники. Сегодня у нас, ребята, веселое задание. 4 противника, я решил не заморачиваться, не застраивать. И сможем, в общем, побегать, пожамкать, в этом плане все хорошо. Нанимаем больше ассасинов, на шару пробегаем и пытаемся одержать нашу победу. Давайте, парни... О, хорош. Большая вереница с нашей базы. В общем, так или иначе, ассасины уже почти на месте. Противник обмазывается. Башни там, здания там разные. О, блядок. Да уж, ну, наши парни непреклонны, поэтому сможем, в общем, подняться и первого пожамкать. 4 противника, опять же. Ну, вот, поэтому будет весело и... В общем, будем стараться, будем пытаться. Наши парни уже... Ага, наши парни уже делают свое дело. В общем, давайте продвигаться дальше. Нанимаем больше ассасинов. Ты меня называла. В общем, собираем наших парней в кучу и уже поднимаемся к следующему противнику. Хер наведешь, хер попадешь местами. Но так иначе, где наша не пропадала. Нанимаем больше ассасины. И, в общем, продвигаемся дальше. Давай, братан. Послание от крысы. Ага, на шару. Блять, а, подожди. Я уже потерял наших парней. Давай, давай. О, в атака мене. О, хорош, продвигаемся на шару. Да уж, наши ассасины стоят, нихера не делают. Видать, боятся противника. Но на самом деле, там нужно только подняться и, в общем, одержать нашу победу. Давайте, парни. Ага, продвигаемся дальше на шару. Парни, ничего не знаю. Нанимаем больше ассасины. Денежка пока позволяет, поэтому можно также впаривать наши ресы, похоже. Но так иначе, давай. О, хороший длинновож. В атаке, в атаке. Да уж, король стоит, нихера не понимает. Но так иначе, следующего противника пожамкали, поэтому давайте уже двигаться дальше. Нанимаем больше ассасинов. Ждем, так скажем, нашу вереницу с базы. И, в общем, давайте не заворачиваться. Уже следующий противник. Надеюсь, сможем подняться, пожумкать его и одержать нашу победу. Да уж. Так, 2 противника уже пожамкали. Остается еще 2, поэтому надеемся на лучшее. Давайте, парни. О, большая толпа, ничего не знаю. Ребята, давайте на шару продвигаемся. Противник постоянно жамкает наших бойцов. Они стоят, нихера не делают. Но, надеюсь, сможем одержать нашу следующую победу. Давай, пам-пам-пам, батя в здании. Да уж. Фу, да, от противника, похоже, ничего не остается. И, в общем, давайте продвигаться дальше. Можем пойти... А, давай, давай подождем наших парней. О, собираем наших парней в кучу. Ага, большая толпа, и на шару, в общем, пробегаем к следующему противнику, напоминаю, что он последний, и, в общем, можем подняться, по идее, на ворота, на шару, и тогда сможем одержать нашу победу. Ха-ха. Да уж, он, видишь, построил зубчатые ворота, они, точнее, забор, они не позволяют нашим ассасинам подниматься, но так иначе есть у него базовые ворота, поэтому сможем подняться, пожамкать его, в этом плане все хорошо. В общем, давайте на шару. Он там местами уже наших бойцов поджигает пердак, но это, похоже, его не особо спасает. Поэтому, в общем, на шару пробегаем и надеемся на лучшее. Давайте, парни. Ага, на шару, давай. Ча-ча-ча-ча-ча-ча, продолжаем. Братан, давай, здорово. Уф, бляха, там большая толпа противника, но так иначе уже можно подниматься, по идее, и жамкать его войска. Там король, похоже, недоумевает. О, большая толпа ассасины, блин. О, хорош, давай. Да, вот мой хороший. А что такое? А? Последний противник. Ну что, мои хорошие, очередная победа осталась за нами. Давайте послушаем, что нам скажут. Итак, крысы отправились в мир иной. Волк последовал за ними. И в стране воцарился порядок. Хотя бы на время. Поздравляю, ребята, мы прошли с вами Stronghold Crusader, в общем, основную кампанию, а также так называемые экономические задания, и можно пустить скупую мужскую слезу. Ох, да уж, было весело, разумеется, я не прощаюсь, потому что я планирую пройти все Stronghold'ы, но, опять же, очень тяжелые времена, сами понимаете, пока не ясно вообще, чем это все закончится, но, в общем, в планах это есть. Если видео нравится, жмакайте большой палец вверх, по традиции, так скажем, да? Также есть группа ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока!